Друзья, всем привет! Прекрасного доброго дня, возможно, и утра. Вы находитесь на канале о фитнесе, здоровье и путешествиях. Меня зовут Светлана Орехова. И сегодня я хочу провести для вас тренировку йога для здоровой спины. Нахожусь в прекрасном месте. Сейчас капает дождь, и даже со мной рядом гуляют петухи, поэтому, возможно, услышите пение петуха. Это добавит антураж и спокойствие к нашей тренировке. Хочу сегодня провести такую успокаивающую тренировку для того, чтобы облегчить боли в спине и вообще сделать такую общую профилактику для поясничного и грудного отдела. И для начала хочу сделать пранаяму несложную капалабхати. Продышимся, сделаем несложную дьяна банху, втягивание живота в вакуум. И затем уже начнем из положения лежа основную часть занятия. Итак, давайте вспомним капалабхати в переводе «сияющий череп». Ваша задача – делать акцент на выдохе. Короткий вдох и сильные импульсные выдохи для того, чтобы мы сейчас запустили процесс кровоснабжения внутри организма, особенно вот в центре тела. Итак, руки опустите на колени, сделайте глубокий вдох через нос и также короткий выдох через нос. Вы продолжаете делать, мы будем делать примерно 50 раз, и вы активно, постоянно работаете животом, подтягиваете и выталкиваете его вперед и прилипаете пупком, да, к стенке позвоночника. Продолжаем дышать. Постепенно замедляемся, делаем глубокий вдох через нос, плавный выдох через рот и втягиваем живот настолько, насколько это возможно, как будто бы вакуум делаем. Не дышим 15 секунд, подтягиваем подбородок к грудной клетке и как бы раздуваем спину. И полный выдох. Потянитесь руками вверх, вдох. Выдох. Еще вытянитесь, вдох. Выдох. И еще вдох. Почувствуйте тепло в центре тела. Выдох. Хорошо. Через крест ног опускаемся на колени. С круглой спиной опускаемся вниз. И сейчас самое кайфовое движение. Упражнение. Вытягиваемся руками, ногами назад. Почувствуйте, как вытягивается ваш копчик, как вытягивается вся линия спины, как вытягиваются пальцы, руки, за ними шея и макушка. Сделайте вдох и полный выдох, опустите плечи вниз. Хорошо. Сделайте легкое сгибание левой ноги в сторону, вправо. И правой ногой сверху перекрестите. Мы как бы начинаем сгибаться в сторону, в левую сторону. Также корпусом уходим влево и правую руку в кулак берем. Левой рукой за кулак правую руку вытягиваем в сторону. И вот здесь создаем такое вытяжение мягко. Почувствуйте, как правый бок полностью как бы создает такое длинное вытяжение. Он как будто бы вытянулся и стал намного длиннее, да? Намного длиннее, чем короткий бок, который мы сжимаем. Вытянули. Делали такой мягкий стретч, вдох и выдох, вернитесь в центр. Давайте поменяем сторону, также сгибаемся в правую сторону, левая нога сверху крестом, и теперь мы левую руку берем в кулак, правую руку вытягиваем левую руку в сторону и создаем вытяжение по левому боку, сжимаем правый бок
И ощущаем, как у нас левая сторона начинает вытягиваться, а правая сторона, наоборот, сокращаться. Здесь вдох. Хорошо. Полный выдох. Вернулись в центр. Руки вдоль тела. Сгибаем колени. Вот здесь смотрите. Мы оставляем левое колено согнутым, а правую ногу вводим вперед и немножко вот так вот как бы стопу наружу вывернули. И вот здесь мы с вами приподнимаем таз, приподнимаем ягодичную мышцу и немножко себя заводим в бок, как будто бы хотим перевернуться, но в то же время не даем себе перевернуться. Делайте вот таких пару движений, то есть как будто бы вы хотите немножко перевернуться. Да? Переводите себя на бок, вытягивайте переднюю линию тела, чуть-чуть подкручиваем копчик, вытягиваем линию спины, создаем прогиб в пояснице. Еще 4. 3. 2. 1. Толкнитесь и как бы создайте прогиб, как будто бы хотите себя туда немножко опрокинуть, но не даем себя опрокинуть назад. Вернитесь в центр. Давайте поменяем сторону, левую ногу выпрямляем, правую сгибаем. Также руки остаются вдоль тела, и мы немножко себя подкручиваем и роняем в сторону. Старайтесь живот не вываливать, живот, пупок подтягиваем, но стараемся больше создавать именно подкручивание копчика, легкий прогиб поясницы и растянуть переднюю линию тела, переднюю линию бедра. Хорошо, еще 4. 3, 2, 1, и задержитесь, прямо толкните себя вперед, как будто бы хотите прям вытянуться, прогнуться, вот, и мягко вернулись на спину. Хорошо. Итак, дальше мы подтягиваем колени к грудной клетке, обняли себя, прямо так вот в комочек свернулись. Угу. Опустили стопы и руки вниз, сделали легкий прогиб, подкрутили копчик, полумост. И снова опускаемся в скругление, подтянули лоб, колени, вдох и выдох, опустились, полумост. И еще вдох, скругляемся, угу. Выдох, полумост. И мы как бы делаем два противоположных упражнения. Одно упражнение на растягивание, на сокращение, другое упражнение наоборот, на смягчение и мягкое, да, вытяжение поясничного отдела. Здесь скругляемся, вытягиваем. Угу, здесь немножко сокращаем мышцы спины. Еще 3. Выдох. Вдох. Хорошо, выдох. И еще вдох. Отлично, выдох. Хорошо, а плавно опускаем позвонок за позвонком, поясницу вниз. Сгибаем бедра и переворачиваем себя влево. То есть наклоняем таз влево. Вот здесь определите так, чтобы у вас таз и голова были на одной прямой, чтобы таз не сваливался с коврика. Бедра примерно 90 градусов угол, руки развернуты вверх в небо, головой смотрим также вверх. И вот сейчас задней рукой, то есть правой, если у вас бедра повернуты влево, мы начинаем делать вот такое движение закрытия грудной клетки. Мы как бы проводим полукруг, как бы рисуем ангела на снегу и снова возвращаемся назад. Вот это упражнение очень хорошо помогает раскрыть плечевой пояс и освободить тяжесть и усталость грудного отдела. Вот прямо проводите такой полный круг, как будто бы хотите, да, вокруг все-все-все объемные точки собрать вокруг себя. Вот. И раскрываемся, прижимаем плечо к полу. Если у вас начинают дергиваться колени, да, то есть не нужно слишком глубоко валиться назад. Расслабьтесь. И двигайтесь так, как у вас сейчас на данный момент получается. Закрываемся и мягко-мягко раскатываем грудной отдел. Открываемся. Сделаем еще 3 раза. И выдох. И еще вдох. И выдох. И еще вдох.
И выдох. И еще вдох. Угу. Внимание, плавно уходим назад, выдох. И теперь очень внимательно снимаем переднюю ногу и пробуем ее выпрямить, подхватить левой рукой за пальцы. Заднюю ногу немножко толкаем назад и уводим в прямое положение, но колено остается согнутым. Вот остаемся в этом положении, если у вас не получается за большой палец схватиться, вы можете удерживать ногу вот здесь. Мы сейчас в этом положении лежим, вы почувствуете, как ваша грудная клетка раскрывается, включается зона бедра, включается зона ягодичной мышцы, внешняя поверхность бедра, внешняя фасция бедра, вот она широкая, которую я трогаю сейчас, и очень хорошо и мягко растягивается поясничный отдел. Если есть у вас такая возможность, попробуйте вот этой верхней ногой делать вот такое круговое движение, как бы вытягивать вперед и снова медленно возвращать. Как будто бы вы крутите педаль велосипеда. Такое легкое движение. Вытягивайте ногу вперед. Вот. И теперь попробуйте двигать на себя, наоборот, как будто бы педаль велосипеда крутим обратно. Угу. Хорошо. Аккуратно перевернитесь на другую сторону. Угу. И теперь все то же самое. Таз, обратите внимание, четко под головой. Ладони развернуты вверх в потолок. Грудная клетка у нас раскрыта. И мы начинаем задней рукой, то есть левой, ага, закрываться. Угу. И медленно раскрываться. Здесь вдох. Угу. Плавный выдох. Угу. Здесь вдох. Угу, плавный выдох, раскрываемся, рисуем большого ангела, и еще вдох, угу, выдох, и еще вдох, угу, выдох, сделаем еще три раза, угу. Почувствуйте, как классно становится грудному отделу, когда мы прямо начинаем расширяться в лопатках, чувствовать, как наши ребра расходятся в стороны, вытягиваются плечи, шея расслаблена здесь. Старайтесь сделать это упражнение с кайфом и максимально спокойно, ровно дышим. Итак, внимание, поднимаем верхнюю ногу, снимаем ее, берем за большой палец. Если у вас здесь не хватает растяжки, значит, под коленом себя подцепили, а остальную ногу мы просто назад разгибаем. И вот такое положение у нас здесь осталось. Немножко полежите здесь, почувствуйте, как передняя линия тела растягивается, как задняя линия ног растягивается, и у вас соблюдается мягкая скрутка. И еще здесь вдох, выдох, и еще вдох. Хорошо, плавный выдох, и мы начинаем вот здесь вращать, крутить педаль велосипеда. Крутим педаль велосипеда, можно стопы тянуть от себя и сохранять такую эстетическую ногу, чтобы у нас включался еще съем стопы, передняя линия. Еще два. Угу. И поменяйте обратное направление. Угу. Хорошо. Аккуратно перекатываемся снова на ягодицы. Угу. Размещаемся удобно, руки вдоль тела и поднимаем ноги вверх. Вот здесь соединяем пятки вместе, носки врозь. V-position, V-позиция. Смотрите, здесь очень аккуратно, стопы тоже я советую тянуть от себя, чтобы у нас включался больше квадрицепс. Отводим ногу в сторону. Смотрите, мы не просто ее отводим, мы стараемся эту ногу застабилизировать, она у нас не участвует в работе. Проводим такой медленный-медленный круг и вернулись. То есть мы как бы, нога – это карандаш, который рисует большой такой круг. Если вам тяжело рисовать большой круг, попробуйте рисовать его вот здесь маленький. Начните с маленького диаметра и потом увеличивайте объем. Если вам тяжело держать обе ноги наверху, опустите правую ногу вниз и попробуйте вот здесь уже только одной ногой работать. Рисовать такой большой объемный круг. Если все хорошо и готовы двигаться дальше, вставляем две ноги прямыми.
Угу. И продолжаем увеличивать мобильность в суставе. Поменяйте направление в другую сторону. Здесь 5, 4, 3, 2. Хорошо. 1. Угу. Вторая нога. Также плавно отводим в сторону. Медленно проводим круг и возвращаемся вверх. Если вам сложно, угу, сгибаем колено и отводим ногу уже без прямого положения. Продолжаем работать. Угу. Угу. Со мной участвуют цветы. Аккуратно стараюсь сохранить свой сад в целости и сохранности. И старайтесь, чтобы у вас бедра немножко были вовнутрь повернуты. То есть у нас вот здесь V-position, он сохраняется. Сейчас поменяйте направление в другую сторону. И также 5 кругов нарисуйте в обратном направлении. 5, 4, 3, 2 и 1. Соедините стопы вместе. Угу. И дальше мы будем делать упражнение Crazy Frog. Я его очень люблю. Стопы соединяем вместе, пятки вместе. Мы создаем V-position, выпрыгиваем вперед и снова подводим колени к бедрам. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Угу. Как это смотрится немножко иным образом. Вот здесь вдох. Выдох. Попробуйте немножко в диагональ выводить. Не вперед, а в диагональ. Выдох и выдох. Прыгаем. Раз. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Четыре. И пять. Хорошо. Подводим колени друг к другу. Снова продолжаем здесь лежать на спине и кайфовать, вытягиваем ноги. Смотрите, что дальше. Называется упражнение такие динамические скрутки. Наша задача делать как будто бы удар вперед, пни соседа называется. Мы делаем скрутку, выпрямляем ногу вперед, снова на кик. Вернулись, поменяли сторону. Также перевернули скрутку, выпрямили ногу, согнули, вернулись. Переворачиваемся вперед. Угу. Вернулись. То есть наша задача как бы такой сделать легкий проброс. Прямо заставляйте свою поясницу постоянно работать динамики, скручиваться и выпрямлять ногу. Если вам тяжело здесь ногу выпрямлять, просто скручиваемся влево. Угу. И также вправо колено тянем грудной к полу, друзья, тянем. И почувствуйте, как здесь поясница начинает мягко хрустеть. Такое приятное ощущение внутри. Делайте здесь, как вам нравится. Угу. Но стараемся выполнять, да, не так, чтобы вас заставили, да, а по кайфу, для здоровья, для тела, для души. Давайте еще сделаем 4. Выдох. 3. Выдох. 2. Выдох. Хорошо. 1. Выдох. Класс. Вытягиваем себя за согнутое колено с круглой спиной наверх. Встаем в позицию вороном. Ноги широко. Угу. И руками мы расталкиваем бедра наружу. Пальцы ног смотрят в диагонали. Бедрами мы стараемся расширяться в стороны с помощью рук и создавать вытяжение вверх. Подкручиваем копчик. Подкручиваем крестец, вытягиваемся макушкой шеи вверх, делаем такую плоскую спину. Здесь вдох, выдох. Стараемся дышать именно носом. Вдох, выдох, еще вдох, выдох. Угу. Двигаемся дальше в верхний плечевой пояс. Опускаем левую руку вниз, ладонь раскрыта вверх в небо. И правой рукой мы пробуем себя сзади оплести и подхватить бедро сзади.
Если у вас здесь хорошо получился захват, попробуйте нижнюю руку сделать в кулак и верхней рукой захватиться за нижний кулак. Подглядываем вверх из-под верхнего плеча, плечи опускаем вниз и стараемся не скругляться больше вперед, а вытянуться, как бы создать более прямое положение. Еще здесь вдох, выдох, и еще вдох. Хорошо, выдох, аккуратно закрываемся и повторим все то же самое на правую сторону. Опускаем руку вниз, ладонь раскрыта, левой рукой оплетаем сзади спину. Угу. Попробуйте сделать так, чтобы нижняя рука была в кулак и верхней захватываемся за кулак. Угу. Подглядываем из-под верхнего плеча, здесь вдох, выдох, еще вдох. Хорошо, полный выдох. Возвращаемся снова в позу ворона, кагасана, расталкиваем бедра наружу. И вот здесь немножко замрите, можно закрыть глаза для больших ощущений, почувствуйте, как вытягивается спина. Угу. Еще вдох, выдох, тянем плечи вниз, ощущаем мышцы спины и зону бедер. Угу. Хорошо, аккуратно опускаемся в позу 4 точки опоры, поза тейбл-топ. Колени остаются под тазобедренным суставом, кисти под плечевым. Итак, внимание, сейчас мы уходим на ретракцию, протракцию лопаток. Наша задача провалиться в плечах и снова оттолкнуться, вытолкнуться. Провалились, мягко вытолкнулись. Представьте, что поясницу вам заморозили, и здесь у нас находится корсет, который не дает двигаться пояснице, поэтому поясница здесь плоская, мы ее не включаем в работу, сильно толкаемся руками от пола и создаем такое легкое движение вниз, словно провалились, вытолкнулись. 8, 7, 6, 5, старайтесь локти не сгибать. 4, 3, 2, 1. И теперь мы это упражнение усложняем движение круговым, по кругу плечевым поясом. Угу. Как бы такое легкое создание, как будто бы мы хотим нашими плечами уши почесать. 4, 3, 2, и один. Мягко скругляемся, кошка, вдох. Подтягиваем подбородок грудной клетки. Подкручиваем копчик, лобковая кость на себя, пупок к позвоночнику. И выдох, прогнулись, расслабили. Поясничное отдело вниз пошел, живот растянули. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Хорошо, выдох. Нейтральное положение в спине, одинаковое расстояние лопаток от позвоночника. Вытягиваемся руками вперед, уходим в позу щенка, мягко проваливаемся вниз. И вот здесь постарайтесь лоб опустить в пол, чтобы расслабить мышцы шеи. Подтягивайте живот. Копчик немножко пошел вверх, как и седалищные бугры. Попробуйте здесь чуть прогнуться. Если вам эта опция тяжело дается, можно остаться здесь на предплечьях. А кто готов двигаться дальше, попробуйте уходить на грудную клетку и подбородок. То есть как бы создавать грудной переход. Удерживаем здесь вдох. Хорошо. Подкручиваем копчик, живот себя, выдох. И еще вдох. Плавный выдох, скользим ягодицами на пятки. С круглой спиной поднимаемся вверх. Хорошо, нам осталось сделать последний комплекс. Z-сет. Положение ног, левая нога спереди, оставляем, правая нога сзади. Правой рукой опускаемся в пол и левой рукой создаем движение по полукругу. Вверх, выдох, поза русалки. Давайте сделаем таких 4 раза. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох,
Выдох, останьтесь в наклоне, вдох. И попробуйте вот здесь по спирали уходить к низу, выдох. Раскрылись. Снова закрылись вниз. Раскрылись. Еще вдох. Раскрылись. Выдох. Хорошо, еще вдох. Отлично, выдох, раскрылись. Аккуратно, без помощи рук поменяли положение ног. Снова Z-сет, бедра прижаты, одна ягодица немножко будет подвисать. Левая рука в пол, пальцы в пол вонзились, как бы упираемся. И правой рукой создаем движение по кругу, вытянулись, вдох, выдох, раскрылись. Давайте сделаем 4 раза. И выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Старайтесь с каждым разом углублять движение, как будто бы вы уже вам там комфортно и хочется немножко задержаться. Здесь мы добавляем движение по спирали, закрываемся грудной клеткой, делаем немножко такую сутулую спину. Раскрываемся из-под подмышки вверх, в небо посмотрели. Вдох. Выдох. Вы знаете, у меня здесь реально над головой небо. Это классно. Самые красивые места вместе со мной на тренировках. Хорошо. Еще 2 раза. Угу. По дуге через круглую спину вышли. Замечательно. Скрест ног. Создаем вытяжение вверх. Вытянулись. Тянемся, тянемся, тянемся. Взгляд между ладоней, вдох, тянемся, создаем ровную спину, седалищными буграми отталкиваемся от пола, выдох. Опустите голову вниз, прикройте глаза, еще здесь вдох. Хорошо, плавный выдох, ладони намасте, соедините вместе и опустите вниз. Мысленно поблагодарите свое тело за практику. Пускай тело нашим становится здоровым, сильным, крепким, стройным, а мы наполнены счастьем. Друзья, на этом занятие окончено. Обязательно поставьте лайк, если вам реально понравилось. И напишите комментарии, пожелания, какие вы хотите видеть в следующей моей тренировке. Мне радостно делать тренировки для вас и видеть больше обратной связи. До встречи! Пишите, я с вами на расстоянии телефонного звонка.